Легковушки на старт. С 1 февраля в Ненецком округе планируют открыть зимник на Ренмар-Усинск и для легкового транспорта. Об этом на еженедельном расширенном совещании губернатор заявил руководитель окружного департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Павел Масюков. Подробности далее. Проезд грузового транспорта по зимней автодороге на Ренмар-Усинск открыт с 18 января. Ограничения для легковых автомобилей были введены из-за того, что толщина снежного покрова не позволяла выровнять ледовое покрытие трассы для безопасного проезда. По словам руководителя профильного департамента, в регионе наконец-то установилась благоприятная погода для подготовки зимника и для легковых автомобилей. Сейчас как раз погода, так сказать, благоприятная для того, чтобы слой наморозить дополнительный, чтобы комфортно было на легковом транспорте ехать не по, так сказать, по кочкам, да, а ровненько по нормальному зимнику ехать. То есть подрядчик сейчас выравнивает этот слой, замораживает переправы и расширяет саму дорогу, чтобы ее не заносило. Выполнить работы по обустройству зимника для проезда легкового транспорта обещают в срок, а возможно даже быстрее. Ну, если даже это произойдет раньше, это будет тоже хорошо. Да. Если будет готово раньше, мы откроем раньше. Напомним, что контракт на обустройство и содержание зимника до Усинска заключен с обществом «Трансстрой». Его стоимость по итогам торгов составила 77,76 миллионов рублей. Общая протяженность трассы автозимника в этом году составляет 54,8 километра. Ольга Руслан, Антон Водряков, телеканал «Север».